Сообщение аэродрома 760. Болтанка, да? Ага. Поближе можешь, Паш? Иду. Далековато немножко. Иду. Ну так хорошо. Вот так отлично. Все. Первый, второй на Торец 4800. Хорошо, Паша, вот так хорошо. 12, правее дальнего прохода. Радиусовка. Высота опасная. Отличное дело, Паша. На тысячу отходик выполню. Обратно посадочный. Четвертый, да? Четвертый. Это шутки. Хорошо. Разрешил ветер сию. Полсотни градусов, 4 метра. Торможу 450. Разведение готово. 600. 81 разрешил. Набор до 600. Подавление 760. 760. Чё молчишь, Артур? Да? Руководи, куда? Дальше ближе. Так, Паша, ну правую ногу немножко, чтобы борт не мешал. И во фронт встань. Сейчас торможение нежелательно. Да, хорошо, хорошо. Ну, можно повыше. Самое со скрипом, одно нажатие, ни одного слова не понять. Двойка. Ну что, давай сверху сядем. Нет у вас? Как ты говоришь? Давай сверху пройдем. Давай. Ну, отлично, Паша, отлично. Вот так. Высота ваша, Михалыч? Высота у меня 3000 ровно. Михалыч возмущается, когда... Да, ну, ладно, нормально. Просто перехват может помешать в конце. Давай, поехали. Ладно. Поехали, нормально. Отлично, Паша, отлично. Вот так. Прекрасно. 35-35-35. Подали 300. Ну, проход хороший был, на
наверное, достаточно будет. Проход какой, Дмитрий? О, да, через голову хорошо получилось. Особенно, когда ты завис, вот там нормально. Поделочь подальше, я буду тормозиться до малой скорости. Хорошо, я понял. Я на 350 отойду. Повыше можем? Попробуем, сейчас торможение глубокое идет, Артур. Да, я знаю. Хорошо, ладно, нормально. Борт помешал чуть, ладно. Ага. Хорошо. Вот так, хорошо стоим. Вот так стоим, хорошо? Только... Можно. Так, и не забудь ногу, а то под борт уйдет. Хорошо. Нет, на фоне земли надо бы. Так, разворачиваемся на обратный. Хорошо. Лево, справа. А, ты брат. Выше, Паша, выше. Слово поднял. Вот сейчас хорошо. Вот сейчас хорошо. А из крена вылезет, поднимешься чуть выше, хорошо? Вот так красиво. Все, вот так и стой. Хорошо, я вижу. Хорошо, хорошо. А 6.25 с проходом будет рассчитывать? 6.25, я понял вас. Потому что справа парашютисты приземляются. Да, справа да, да, хорошо. Отходить. Вот так и стой, хорошо. Часть 12, дальний к посадке готов. 6.12, разрешил посадку. 6.25, я шасси не выпускал с проходом. 6.25, я понял вас. С проходом. А купола на земле нет? Да-да. Не понял. На земле. Понял. Опасная. 6.25, выхожу напрямую, шасси механизация в посадочном, готов к посадке. 6.25, 300 на посадку разрешил, ветер 90, скорость 3 метра. Разрешили. 6.12, занять третью. 6.12, занимайте. До конца 6.25. 6.25 разрешил. Пардон, через бутылку на первую.